Ребята, я ноги кремит, мои краски, и человек позади меня оказался какой-то непонятный человек, который там спит. Ребята, вокруг него собралось очень много жителей, все на него смотрят. Что он тут забыл? Пойдемте, а ну-ка спросим его. Так, а ну-ка, просыпайся, слышишь? Что? Ты зачем меня разбудил? Я нубик в Майнкрафте. Подожди, кто ты? Нуб в Майнкрафте. А почему у тебя скин бомжа стоит, если ты говоришь, что ты нуб в Майнкрафте? Не знаю, может я под этим, под прицелом каких-нибудь этих неизвестных полицейских, я скрываюсь от них. Слушай, а это ты привез сюда свою машину в мою деревню, я не понял? Да, это моя машина. А? Да, это моя машина. А почему ты ее припарковал и ничего об этом никому не сказал? Вдруг бы ее воры какие-нибудь ограбили сейчас и, ну все, разворовали бы. Какие воры? Они бы до тут вообще не долезли. Так вот, лаймы, смотри, прыгают уже, и под машиной твоей уже много зомби. Лаймы вообще тупые, они вообще ничего не понимают. Они глупые, да? Существа. Слушай, а я сегодня снимаю видео и хочу передать всем спасибо, кто решает мои примеры, да. И в это видео попадают вот эти вот ребята, которых вы видите у себя сейчас на экране. И если вы тоже хотите попасть в мое следующее видео, то прямо сейчас, что им написать, ты придумай. Пример придумать? Ну, придумай пример какой-нибудь, да. Так, ну, вот, например, давай, 8 плюс 3 минус 5. Да, ребята, напишите, сколько будет 8 плюс 3 минус 5, и тогда вы попадете в мое следующее видео. А также не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Стой, подожди, ты можешь... рассказать мне немного более о своей машине, что она вообще из себя представляет. Это вообще... Посмотрим. Да, давайте по пути буду рассказывать. Это, короче, машина... Я просто очень-очень люблю машины, и ага. Ты мог бы меня прокатить? Прокатить? Ну, это, наверное, вряд ли. Ну, короче, она мне досталась от моего деда, потом от моего прадеда, да, потом про его деда, деда, моего деда, про моего деда. Как-то так. Блин, смотри, сколько там зомби всяких под машиной. Они нас просто не подпустят к ней. Да их вообще куча, реально, пипец какой-то. А что они там вообще делают? Стоп, подожди, а что это такое желтое? Это что, лаки-блоки? По-моему, лаки-блоки. А у них там, по-моему, пати, кстати. Стой, это что, самый маленький лаки-блок Майнкрафте? Что? Подожди. Вон еще лаки-блоки. Самый маленький лаки-блок Майнкрафте? Подожди, что? Прикольно. Обалдеть, это действительно очень-очень круто. А ну-ка, давай я попробую его прямо сейчас сломать. Давай, только чтобы, главное, чтобы они к нам не идут. Они к нам идут, Нубик, беги. Нубик, беги. Они сейчас тебя убьют. Будем защищаться. О, смотри, наша как... армия. О, так, подожди. Нам нужно с тобой добыть как много... Ой, салютик. Больше этих лаки... А ну-ка. Ой-ой-ой. Лучник. Да. Да, он сейчас будет стрелять. Ой, в меня попали. Что нам с этим делать-то? Я не знаю, нам надо что-нибудь крафтить, какие-нибудь мечи хотя бы деревянные. И ну, какую-нибудь броню. Мне выпали алмазы, короче, всякие изумруды. Ага. Золото, понял. Железо, и погнали что-нибудь скрафтим из них. Да, погнали скрафтим, только у меня, к сожалению... Нету ни дерева, ничего. Так мы сейчас у жителей возьмем вон, немножко скоммунизим. А у них, думаешь, есть? Да. Так, слушай, а что вообще в машине? Ты ей управлять-то вообще умеешь? Тебе сколько лет? Мне 6. Прав нет. Езжу без прав. 6 лет, и ты ездишь без прав по миру Майнкрафта? Да. Серьезно? Я люблю дрифтить. Не. Жители не быстро? Не. Серьезно? А их вообще никак нельзя задавить. Они как слаймы. Их вообще нереально. Слушай, те жители, у нас немного дерева, потому что мы хотим скрафтить. Всякие себе инструменты, то есть алмазные, допустим. Не-не, ребят, да, это нету, но можете, в принципе, дома у нас разрушить и забрать это дерево. Прикол. Ну, если не разрешать, то по-любому надо взять. Не, я придумал идею получше, мы будем сломать вот этот вот дуб. А, понял. Там, где он не нужен, понял? Понял. То есть вот тут на грязи... Да. Так, вот, все. У меня, смотри, короче, 8 дубовых досок, да? Ага. Из них что? Давай ты верстак сделаешь или что? Давай я, у меня побольше будет досок. Да, так, верстак, все, я сделаю, куда тебе поставить? Я сделал палки, и сейчас, короче, сделаю нам с тобой по алмазному мечу. Смотри. Давай. Так, смотри, вот берем вот так вот, получается, и вставляем 2 алмаза. Ой, угу. Я прикинь, только что чуть не сделал, короче, 2 алмазных лопаты. Что? Да. Я бы тебе бы этим алмазной лопатой бы забил. И знаешь чего, а ты помнишь, как крафтится... Секунду. Блин, мне хватает только, походу... Я придумал. Что ты придумал? Смотри, на, я тебе вот такую вот еще доброту дам. Только... Попробуй. Угу, прикольно. Прикольно. Да, смотри, короче, нам надо что-нибудь похавать взять. Нам нужно, да, с тобой взять похавать, а также нам нужно с тобой найти стрелы, понимаешь? Стрели? А у меня лука нет, у меня они... Не, у меня лук есть, поэтому мне нужно очень срочно стрелы. Хотя, подожди, стрелы из чего делаются? Из паутины? Да, из паутины. И пальки вроде бы. Да, вот, короче, нужно с тобой нам сделать. Ну, нам надо паука придется убивать. Да, все, короче, погнали к машине, а то мы и так уже задерживаемся. А ты где вообще? Ребята, я вот тут вот бегаю. Смотри, вот рядом с големом. Ну, вон он, я тебя вижу. Вот. Стой на месте, Нубик. Да, вот. Все, погнали, короче, к машине. Подожди, а на кто стрелять? Да, вот она. Вот, а у тебя покушать вот, что-нибудь есть, а то я хавать хочу. Не, покушать нет. Ну, ты можешь, наверное, поставить... Хотя, блин.
Ну, не знаю, короче, сейчас, наверное, нам что-нибудь выпадет. Все, я уже хочу, не могу бежать. Попробуем, короче, из лакеблоков добыть, понял? Подъем, ага. Дубовые доски есть еще или нет? Да, есть 12 штук, а что? Ну, скинь мне. На, дави. На, в голову, тебе. Я, короче, сейчас попробую добраться повыше и кое-что сделать. Так, ну, я надеюсь, что они нас не смогут. А я знаю, как... Да, вот, а? Ну, это же, наверное, умер. А из завет, слышишь, из завет падает мясо какое-нибудь? Да, мясо падает. Короче, вот, давай мы одеть. Ой, ой, меня бьют. Знаешь, Нубик, что надо сделать? Надо, короче, этих всех монстров надо вывести из-под машины, чтобы они горели. Потому что они на огне же горят. Ну, я не могу быстро бегать, мне надо покушать. Так, все, я тоже не могу. Подожди, нам с тобой нужно найти где-то теперь У тебя есть камень? Нету, конечно, мы же с тобой в плоском мире. Какой камень? Ты, Нубик, о чем говоришь? А вдруг у тебя есть камень? Где-нибудь ты из лакиблоков достал бы его? Не, пока что нету. Ну вот, нужно, короче, что-то добыть. А из лакиблока получается колодец, и его... Понял, Розетта? А-а-а, понял. Ну в эту сторону вообще не... Нубик, помоги! Подожди, бьют. Я попробую забраться повыше, слышишь? Да-да-да, я тебя вижу. Я пытаюсь забраться повыше. Только, я не знаю, у тебя, наверное, это делать не получится. Но... Почему? Ну, потому что я тут, как бы, единоличник, то есть для себя тоже делаю. Ах ты, блин, понял. Ну, ты можешь, типа, добыть шерсти немного, а потом... забраться повыше, понял? Нубик, а ты где? Почему ты там в машине находишься? А, это не ты, ё-моё, я тебя с овцой перепутал. Господи, я пытаюсь залезть, короче, на машину, потому что на машине я видел, тоже есть лаки-блоки. А я тебя с овцой перепутал. А, ну нормально, ты такое придумал. Ага. Ты клоунаду, да? Да. Так, ну вот, с помощью, если ломать шерсть, короче, можно спокойно сюда забраться. Все, я уже почти залез. Так, все, да. Я на машине, Нубик, слыши, забирайся быстрее. Так я взять тебя, алло. А, ты уже сзади меня, ну давай. Потом... Ого, смотри, прикол. Обалдеть, я надеюсь, что из них выпадет что-нибудь стоящее. А ну-ка, на, покушай, на, покушай, Нубик. Так, покушай, блин, погода началась плохая. Ой, у меня половину здоровья отнялось. Стой, я хочу попросить у Бога, чтобы он поменял нам погоду, чтобы нормально. Ну-ка, давай, на колени встанем. Слушай, Боженька, а ты можешь поменять нормальную погоду, потому что у нас начался дождик, и нам хотелось бы обычную погоду, правильно? Солнышко, там ветерочек, все такое. Да, это мне очень нравится, когда солнышко в Майнкрафте. Я могу это дальше, вспоминаю, секунду. Чего, ты прикинь, он поменял. Хоть это он злой. Кстати, тут алмазный блок стоит, слышишь? Да. Видел это вот? Смотри. Яйцо дракона! Обалдеть, смотри, что выпало, ты еще нуби. Вот, смотри. Нормально. Вот нормально. Что выпало, смотри, яйцо дракона, если его вырастить, то можно на нем кататься. Ты так представляешь? Опа, тут броня выпала, Нубик. А я даже не знаю, где она находится. Ой, я что-то... Ботинки и шапка Суприм скинул, слышишь? О, прикол. Я, кстати, по этому, по яйцу дракона стукнул, и он куда-то исчез. О, камень! Смотри, всё, сейчас мы сможем что-то сделать. А ну-ка. А у тебя кирка есть? Не, кирки нету. Ага, ну. Во, причем есть. Смотри, еще мне выпали! Подожди, Нубик, мне хватает вообще на все, понимаешь? Да. Мне хватает и на кирку, и на короче, вообще на все хватило денег. Ну, похож я тебя затроллю? Нет, подожди, пока что не надо меня троллить, потому что я кое-что делаю здесь. Вот, я тут делом занимаюсь, понимаешь? Так, ага, понял. Вот, у меня уже есть 4 булыжника, и нужно... О, покушать! Смотри, картошка выпала. Ты понимаешь это или нет? Чё? Всё, да. Я говорю то, что Нубику недостаточно получается 7 булыжника. Это очень мало. Так картошки на похавать, тут выпали. Она уже жареная или как? Да, жареная, печёная, вот 38 штук. Блин, а чё я тогда делал на печку, я не понял. Ну тут повезло то, что не драгоценности выпали из этого маяка. Ну ладно, слушай, а ты не знаешь, сколько времени будет? Так, не. Я нашёл маленький лаки-лок и совсем уже спутался со временем, понимаешь? То есть не понимаю, сколько... Нет. Так, ну я тебе... Вот это житель прикольный. Давайте. Ребят, я тут ничего не забыл. Вы меня сами вообще-то призвали и что-то от меня хотите. Я правильно понимаю? В смысле, мы тебя не призывали? Так кто из вас сейчас открыл лакиблок? Так ты случайно отсюда вылупился? Да, ты случайно выпал-то. Зачем нас убивать, я не понимаю. Правильно? Да, вообще какой-то... Ну, ты меня призвал, а я был занят очень важными делами. И ты, как понял, уже мне... Не убиваешь же, я же не специально, слушай. А зачем ударился? До свидания, тупой житель. Ты чё его убил-то, я не понял, подойди. Да он меня взбесил. Он какой-то злой, слишком злой. Как орать начал, я чуть не испугался. Понятно, так, ну вот тут остались, короче, Стой, всё, мне тоже выпало яйцо дракона. И мне! Ну это тебя оно выпало. Так, всё, мы, по-моему, все лаки-блоки здесь уже открыли, короче. Да. И я тебе предлагаю спускаться уже вниз и рассказывать жителям, что с вами вообще сегодня произошло, ты прикинь. Лети, Нубик.
Ой, так я разбился, ты что делаешь? Сделай ТП. Ну зато все вещи. Сделай ТП, сделай ТП, нубик. А я не знаю, как его делать. ТП Никита, да? Да, Никита, Литвиньков. Быстрее делай! Никита, ой-ой-ой, меня тут зомби уже бьют. Какой Никита, может... Ты вообще понимаешь, что зомби убивают? Давай, иди сюда. А ты тут вещи твои тут лежат. Ну ладно, я их заберу, тебе отдам. Опа. Ну чё, вы чё, на моего друга что ли напали? Идите сюда, тупые зомбаки. Спасибо, спасибо, спасибо. Получай. Ты меня выручаешь, я тебе могу правду сказать. Не! Ты меня выручаешь, ребята, посмотрите, как мне помогает профессионал. Мне просто очень офигенный меч выпал из лякиблёка. Да. Он называется геройский меч. Сказали, короче, расскажем, что с нами сегодня произошло в деревне. Да, это вообще какой-то... В каком шоке они будут? Я, если честно, сам в шоке, а они-то вообще... Они вообще такого никогда не видели, это вообще какой-то пипец. О, смотри, смотри, стоит, короче, Вадим. Воден. Воден? Да. Этот, Воден, мы, короче, прикинь, что с нами сегодня произошло. Мы, короче, нашли маленькие лаки-блоки, да, самые маленькие? Да. А также мы, короче, нашли машину, то есть, вот этот, ну, приехал на своей машине в нашу деревню. Воден, ты понимаешь? Серьезно, что ли? Подожди, слушай, я не понимаю, ты можешь меня прокатить? Не, я жителей не катаю, я только друзей своих катаю. Так я же тоже могу быть твоим жителем, Ваден Шевчеренко, понимаешь? Ваден Шевчеренко, говорит. Ваден Шевчеренко, короче, я. Ты что, не прокатишь, что ли? Нет. Почему не прокатишь? Ну ладно, собственно. Ну, как хочешь, короче. Ну чё, Нубик, короче, что? Да. Нужно попрощаться, наверное, со зрителями. Когда да, ты... можно попрощаться, да. Видят у себя на икс. Ой-ой-ой. Экране. Смотрите видео, которое вы видите себя сейчас на экране. Ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписываться на канал, звать своих друзей, смотреть наше новое видео. А также, что им нужно так. Решать примеры, чтобы они попадали в следующий видеоролик. Примеры тоже надо решать. И, собственно, что? Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ребят. Пока-пока-пока.